приветствую всех подписчиков, зрителей на канале Алкофан. Друзья, сегодня я начну готовить ароматный, сказочно вкусный ликер из кизила. У меня есть кизил, спелый, такой уже прям в соку. Нам нужно пол банки, 3 литра по объему, одно большое ароматное яблоко, пол стакана малины, одна сушеная корка апельсина, это примерно четверть одного апельсина, и также зерновой спирт крепостью 55%. Засыпаем кизил чуть больше, чем наполовину банки, туда же малину, и все хорошо давим. На мелкие дольки режем яблоко и добавляем цедру. Заливаем доверха алкоголем. Оставляем настаиваться примерно на 2-3 недели в темном месте. День через день нужно банку будет помешивать, сколачивать. Кизиловый настой стоял, настаивался целый месяц на улице. Иногда я его помешивал. Стало время его отфильтровать и отжать сок. Аромат прекрасен. В ароматный кизиловый настой я добавляю сироп, приготовленный из 200 грамм сахара и 300 миллилитров воды. Ликер смешал, и пусть он отдохнет дня 2-3 перед дегустацией. Ликер кизиловый отдохнул недельки полторы, и теперь надо его продегустировать. Наливаем. Кизиловый ликер имеет красивый, яркий, чисто красный цвет, очень такой выраженный, приятный. Ликер осветлился, стал прозрачным. Итак, на аромат. Что-то среднее между кизилом и малиной. Все-таки малина дала свою лепту, и она ощущается в букете. Приятный аромат варенье, которое стояло в погребе, а вы его вытянули зимой, открыли, и вот именно первый этот запах очень похож на запах этого ликера. Вкусняшка. Намека на спирт даже нет вообще. Итак, на вкус. Ликер довольно легкий, пьется приятно, хорошо. Сладости в меру, чувствуется легкая кислинка, как и ежевичный ликер, я его делал не сильно сладким, что можно было пить в растяжку. В принципе, можно добавить еще больше сахара, 50%, и получится уже коктейльный ликер, который можно добавлять к напиткам. Во вкусе больше преобладает именно ягодно-малиново-кизиловый аромат, цитрус почти не чувствуется. И после вкуса такая кислинка, которая способствует стенному делению. По своей структуре этот ликер больше такой, знаете, схож с домашним крепленным десертным красным вином. Но цвет, конечно, красота. Я уже выпил бокальчик почти сразу, и знаете, опьянение чувствуется. Эти все фруктово-малиновые кизиловые ароматы спрятали градус, сахарок смягчил, и как будто бы пьешь такой, ну, знаете, ну не очень крепкий напиток, но потом чувствуется, есть, есть. Я, наверное, поступлю так же, как с ежевичным ликером. Половину я оставлю в таком виде, а вторую половину добавлю сахара, 50% от первоначального, и будет у меня отличный ликер для коктейлей. Уважаемые подписчики, рецепт данного ликера будет вот по ссылочке в текстовом варианте. Расписано все более подробно, с фото. Также вот по этой ссылочке, это мой блог alkofan.org. Есть другие мои рецепты,
настойки, наливки, копчения и так далее. Так что заходим, смотрим, делимся. Буду благодарен. Хороший напиток. Скажем, этот напиток очень понравился девушкам. Он на вкус не крепкий, на эффект эффективный. Так что рекомендую. Спасибо вам всем за внимание. Ставьте большие лайки. Под видео есть кнопочка поделиться. Делитесь, буду благодарен. Всем пока!